Вики ждет. Здесь столько интересного для тебя и меня. И не забывай, что у песика Микки есть новое место для игр. Песик Микки каждый день находит новых друзей. Песик Микки ждет тебя в гости, чтобы спеть с тобой песню. Приезжай к нам на ферму! Микки! Привет, Микки! Привет, Микки! Привет, все! Ферма Микки. Сегодня на ферме снова прекрасный день. А вот и Микки, наш новый пес. Смотри, как он мчится. Привет! Добро пожаловать на ферму! Ты собираешь ракушки? Вчера на пляже мы с Меган собрали очень много ракушек. Меган – мой самый лучший друг. А когда мы вернулись с пляжа домой, мы с Меган мастерили из ракушек поделки. Мы сделали животных из ракушек. Я люблю поделки. Сейчас Меган в школе. Но когда она вернется, мы снова займемся поделками. У меня еще остались ракушки от вчерашних работ. Но мне нужно еще что-нибудь для новых поделок. Хочешь поискать их со мной? Здорово! Бежим! Думаю, мы сможем найти материал для поделок в лесу. Посмотрим. Смотри, сколько листьев! Эти листья пригодятся для наших поделок. Что еще можно найти? Знаю! Ветки и палки! Да! Смотри! Эти ветки подойдут. Что еще нам подойдет? Ну, конечно! Сосновые шишки! Только взгляни на эти шишки! Теперь у нас много разных материалов. Нужно забрать остатки ракушек. Мы с Меган оставили ракушки у забора. Секундочку. Эй! Как это ракушка забралась на забор? Подождите. Она была у красной доски, а теперь рядом с желтой. Кто ее передвинул? Я ведь здесь один. А теперь она у голубой доски. Кажется, она движется сама. Раньше я не видел, чтобы ракушки сами ходили. О, нет! Ракушка пытается сбежать. О, боже! Микки! Это Меган! Возможно, она знает, что делать. И, может, Гай и Фиона смогут помочь. Ой-ой-ой, Микки опять совсем запутался.
А ты знаешь, что сидела на заборе? Думаешь, оно хотело утащить ракушку? К счастью для Микки, Меган, его лучший друг, уже возвращается домой из школы. Если кто и сумеет помочь Микки, то это она. Микки! Привет, Микки! Привет, Микки! Привет, Гай, Фиона! Привет, Меган! Ты готов сегодня мастерить, дружок? Да, я собрал много материала. Ура! Поделки! Я хотел добавить сена к вашим материалам, но, кажется, уже съел его. Ты собрал все, что нужно? Да, но... Когда я ходил за ведром с ракушками, одна из ракушек выбралась из ведра и вскочила на забор. Ракушка на заборе? Интересное место для ракушки. Это точно, Гай. А та ракушка чем-то отличалась от остальных, Микки? Она двигалась. Как думаешь, что она делала на заборе, Меган? Может, моя книга сможет нам помочь? Вот она! Вот ракушка! Всем привет! Куда она делась? Я здесь! Теперь я вас вижу! Я Селена! А как вас зовут? Привет, Селена! Я Микки! Как ты оказалась на заборе? Я забралась на него. Я люблю путешествовать и умею забираться повыше, ведь улитки могут прилипать. Улитки? Здорово! А я думал, что ты одна из наших ракушек для поделки. Нет, мы улитки, мы все ракушки на спине. Носите? На спине? Вот это да! Да, это мой дом. С ним легко путешествовать, ведь мой дом всегда со мной. Хочешь мастерить с нами поделки, Селена? С удовольствием. Вот только... Что такое, Селена? Я не такая быстрая, как ты, Микки. Я буду очень долго к вам добираться. Все нормально, Селена, мы придем к тебе. Правда? Здорово! Мне хочется что-то мастерить вместе с тобой. Мне тоже. До скорого! Ух ты! Улитки такие классные! Ура! Вперед! Мастерить поделки! Да, идем! С удовольствием! Меган, Гай, Фиона, я очень рада, что ты сегодня был с нами! Спасибо! Эй, улиточка! Как живется в твоей ракушке? Она такая уютная, что словом не описать! Это твой размерчик. Подходит тебе как раз. Эй, улиточка! Как живется в твоей ракушке? Хорошо, что мы встретили Селену и узнали больше об улитках. Я-то думал,
что она хочет утащить наши ракушки для поделок. А улитки носят ракушки с собой. Надеюсь, скоро ты снова придешь к нам. До встречи! Ферма Микки. Сегодня на ферме снова прекрасный день. А вот и Микки, наш новый пес. Смотри, как он мчится. Привет! Добро пожаловать на ферму! Вчера мы с Меган провели весь день у пруда. Ты ведь помнишь Меган? Она мой самый лучший друг. Мы познакомились со многими уточками. Уверен, мои новые друзья захотят увидеть мою резиновую уточку. Они могут играть с ней в пруду. Но я не помню, где я оставил мою резиновую уточку. Надо ее найти. Хочешь со мной? Здорово! Бежим! Где же я оставил мою резиновую уточку? Я всегда играл ей в воде. Нужно найти воду на ферме. Может, я оставил ее в луже? Кажется, в луже ее нет. Это хорошо, ведь эта лужа выглядит грязной. Где еще она может быть? Может, она в одном из этих ведер? Она в желтом ведре? Нет. В розовом? Опять нет. Значит, в красном. А вот и ты, Даки. Хочешь навестить уточек на пруду? Здорово. Бежим. А вот и мы. Утиный пруд. Вперед, Даки. Ты можешь играть здесь с другими уточками. Ух ты! Сегодня в пруду много уток. Эй! А это кто? Я такого существа на ферме раньше не видел. Клюв у него, как у утки. И лапки, как у утки. Но он большой и белый. А утки не белые, они серые. Или зеленые. Так кто же это? Может, утка выцвела? О, нет. Нужно помочь этой утке вернуть свой цвет. Я бы не хотел становиться бесцветным. Микки! Это Меган. Возможно, она знает, что делать. И может, Го и Фиона смогут помочь. Ой-ой-ой. Микки опять совсем запутался. А ты знаешь, что за существо было в утином пруду? Думаешь, оно действительно выцвело? К счастью для Микки, Меган, его лучший друг, уже возвращается домой из школы. Если кто и сумеет помочь Микки, то это она. Микки! Привет, Микки! Привет, Микки! Привет, Гай, Фиона, привет, Меган!
Одному существу нужна помощь. О, нет. Что случилось, Микки? На пруду я видел утку, которая потеряла свой цвет. Она была белая. Может, она просто переоделась привидением? Фиона, но сегодня же не Хэллоуин. Да, верно. Забудьте. Ты уверен, что это была утка, Микки? Ну... У нее был утиный клюв и лапки, как у утки. Но она не серая или зеленая, как утка. Она белая. Белая. Может, это снеговик? А что, идет снег? Нет, до зимы еще далеко. Да, верно. Забудьте. Может, моя книга сможет нам помочь. Эту птицу я видел. Здравствуйте. Привет. Я видел тебя сегодня у пруда. Да. Кажется, я тебя тоже видела. Я Сандра. Приятно познакомиться. Мне тоже Сандра. Я Микки. Привет, Сандра. Ты часто отдыхаешь на утином пруду? Да, милочка. Я люблю плавать с моими лучшими друзьями, уточками. Привет! Значит, ты не утка? Нет, милый. Я лебедь. Лебедь? Здорово! Мы больше размером, и наши перья белые. Кажется, в утином пруду живут не только утки. Точно, Меган. В пруду может плавать кто угодно. А хорьки? И хорьки тоже. И резиновые уточки. О, нет! Я забыл мою уточку. Все в порядке, Микки, мы найдем ее. Вот она! Я присмотрю за твоей уточкой, пока вы не придете. Спасибо, Сандра! До скорого! Пока! Тебе сегодня повезло встретить лебедя, Микки. Они очень красивые птицы. Ты права, Меган. Я очень хочу увидеться с Сандрой снова. Я возьму хлебных крошек, чтобы кормить уток и лебедей. Ребята, вы хотите что-нибудь взять на пруд? Я возьму мистера пингвина. Раз уж мы все что-то берем, я возьму с собой вкусных овощей. Меган, Гой, Фиона, и я очень рада, что ты сегодня был с нами. Спасибо! Там на пруду можно увидеть лебедя. Мы поем для нее. Лебедь, лебедь, мы все поем. Это песня для лебедя. Лебедь, лебедь, мы все поем. Это песня для лебедя. Рад, что повстречал Сандру и узнал больше о лебедях. А я-то думал, что Сандра утка. У них похожие клювы, но лебеди белые, и они больше уток. Надеюсь, вскоре ты снова придешь к нам. До встречи!